его исполнении под первым номером является Демариус Конгер. Итак, трешечка от Альбы. Вот так вот. Демаркус Конгер. Так, он набирает очки, пока Ланмерс. Это главное действующее лицо в этом матче в составе Берлинской Альбы. Еще одна треха от Ульма заходит. На этот раз Трой Колпейн забивает его первое дальнее попадание. Сегодня Бен Ламмерс. Очень здорово его. В прошлом выступал за испанский Бетис. Маудоло раскачать пытается Петруччелли. Передача на Криста Кумаджи. Вот, кстати говоря, о ком я не сказал. Секунд на атаку Маудоло у центрального круга. Показывает, что не нужен ему заслон от Кумаджи. Будет индивидуально разбираться и забивает с дальней дистанции Маудоло. Какое не забивает. 7 очков у него на данный момент. Больше только у Кэмерона Кларка. Столько же 7 у Троя Копейна. Маудоло. У него 8. И он сравнивает счет. 30-30. Время взять тайм-аут уже Ульму. Яко Лакович пользуется этой возможностью. 7 очков Крист Кумаджи. 6 очков. Да, 8 очков Маудоло. 6 очков также добавил для Альбы Бен Ламмерс. Еще раз смотрим повтор. Ковский в угол. Не стал сразу Конгер бросать. Сделал удар, пошел. Сделал небольшой шаг в сторону и не забил. Ну и вот контратака, после которой Альба выходит вперед. Делает это Симоне Фонтекки. Он сразу обыгрался с Кэмероном Кларком. О, обокрал его Маудоло. Видя Ситковский, понимая это, атакует и забивает. Да, обернулся Маут. Фол Эриксона раньше. Очень грамотный фол. Иначе соперник действительно набирал бы легкие два. Еще раз смотрим. 7 очков на данный момент в третьей четверти. И последнее владение этой самой третьей четверти за Альбой. Маудоло против Пера Гюнтера. Бросает 3, забивает. О, таким образом команды уходят на заключитель. И у него хороший процент подобных атак. Маудоло ушел от одного оппонента. Пробросил, подвесил и все очень красиво в итоге сделал, реализовал. Самое главное, первый раз именно у Купейна мяч вырывают. До этого это был Грейнджер. Теперь Ло пошел до конца и забивает. Как же он хладнокровен. Как же он хороший. Да, Пейтон Сива. Видно, что после травмы по полной его не самую яркую игру компенсирует. Вышел из-под давления. Дал на Ло передачу относительно рискованную, потому что по ней работал Петруччелли. И треха из угла. Это первые очки Маркуса Эриксона сегодня. Это делает, сначала забивает Маудоло, затем Эриксон. И вот сейчас раз попытку Эриксона смотрим. И сейчас точный бросок Симоне Фонтекио. Оставляет соперник 0 из 3 с игры. Пока не так здорово. Какая передача от Маудоло на Бена Ламмерса. А все-таки за боковой будет Альба мяч вводить. И вот здесь вот уже фол Петруччелли. И это фол бросковый. Причем для Джона персонально это третий. Маудоло может сравняться с Симоне Фонтекио. Фонтекио 19, Ло 17. Ну и нужно забивать оба. Кстати говоря, он сегодня впервые на линии штрафных. Да и вообще, да, у Альбы всего 4 человека исполняли штрафные. Вот сейчас Ло один забил по интенсиву. И по 2 из 3 у Кумаджи и Фонтекио. Как раз таки всего 9 штрафных Альбы сегодня. Сейчас его соперника атаковать уже в самом конце владения. Эти 24 секунды были использованы. Время подопечный Аиту Гарсия Ренес не сказать, что тянут, но используют в полной мере. Но он сегодня почти все попадает. Руки Люк Сигма после попадания своего партнера по команде. Смотрим. Маудоло забивает и